место открывался на дальнюю штангу. И поэтому шайба вышла из зоны магнитогорского «Металлурга». И сейчас ЦСКА, вот в остаток этого большинства, остается... Ну все, уже выходит на площадку. Семин пытается вернуть шайбу. Веселевич, любимо! Теперь уже не штанга, в ближний угол ворот. Василий Кочечкина заправляет шайбу Роман Любимов. Это смена Киселевича. Два раза он не успел, раз справа, раз слева. А теперь доставил шайбу. И мне кажется, бросок Любимова хорош. Наверное, где-то магнитогорцы не доработали, потому что дали ему приблизиться. Но Киселевич очень удобно сделал пас. Атака сходу, да, прошла. И причем там по центру затащили шайбу в зону магнитогорского «Металлурга» игроки ЦСКА. В то время, как давай Семин смотреть, появлялся на площадке. На ход Киселевичу. Ну, в принципе, похоже, слишком много пространства. Слишком много пространства оставили Киселевичу в данной ситуации, да, то есть Киселевичу должны подбирать, скорее всего, нападающий. Да. И в данном случае прямо по центру вошел Киселевич, и простая передача на Любимова, который бросил сильно в первом периоде. После его броска шайба попала в штангу, а на этот раз получается над щитком, но под ловушкой у Василия Кошечкина. Семейное боление. Просочилось. Я скажу, что все-таки ближний угол вратарский, Александр Павлович.